Сборная России по греко-римской борьбе снова проводит подготовительные сборы в спорткомплексе Александра Карелина. В течение 10 дней всех спортсменов ожидают усиленные трехразовые тренировки, технические и функциональные. Впереди у сборной серьезный турнир – Кубок мира, который третий раз подряд пройдет в Тегеране. Позапрошлом году мы стали чемпионами. В прошлом году в финале проиграли минимально сборную команду Ирана. Естественно, мы настраиваемся в матч-реванш. И для нас это принципиально наши соперники во всем. И на мировом, и на Олимпийских играх. Там это наши прямые конкуренты. И помимо сборной команды Ирана, там будут очень сильные команды. Естественно, надо сначала дойти до финала и потом выиграть финал достойно. В этот раз отель «Весна» принимает и новых гостей. Вместе с россиянами на сборы приехали сборные Польши и Греции. Занимаются иностранцы по системе отечественных тренеров. Несмотря на превосходство российской сборной, пользу от совместных тренировок отмечают наставники всех стран. В спорткомплексе Александра Карелина польские спортсмены первый раз. Увидеть базу такого высокого уровня они не ожидали. Здесь очень хорошая база, хорошее море близко, так как сказал, хорошая сала, где можно тренировки делать, 6 ковер есть, гостиница, кушание. То, что надо для спортсмена, не только для борьбы, вот тут все спорты, то все есть, и то хорошее. Если можно приехать, спокойно отдыхать, спокойно можно тренировки делать. На тренировках отрабатывают по полной все. Для польских и греческих спортсменов это бесценный опыт. Не часто удается тренироваться сильнейшей сборной в мире. Для российских борцов нужны хорошие результаты для попадания в основной состав. Конкуренция очень высока. И молодых перспективных спортсменов хватает. Победа в Тегеране не только престижна, но и принципиальна. И расслабляются даже чемпионы. Мы вот сильнейшим составом готовимся на Кубок мира, и мое попадание в сборную на Кубок мира – это еще под вопросом, так как у нас очень сильная конкуренция, и мне приходится все заново отбираться, завоевывать свое место в сборной. Поэтому вот на этом сборе мы тренируемся, показываем, пашем, как говорится. Кубок в Тегеране пройдет с 19 по 20 февраля. Состав сборной России станет известен чуть позже на заключительных сборах в Москве. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.